Портал же... Стой. Я что-то все время забываю. А, есть вот такой расклад? Да, немножко другая камера. Там даже видно, да. Портал Virtus.pro. Давай, давай, меньше. Портал Virtus.pro.org приветствует вас. Второй день закончился. Второй день турнира. И наш такой репортерский дневник, стоя в игровой зоне, на фоне пустых, осиротевших компьютеров по CSGO. Завтра, кстати, здесь продолжится турнир. Ну ладно, о завтрашнем мне не будем. Давайте о дне сегодняшнем. Гоша. Слушай, ну день, как и вчера, неоднозначный. На этот раз он больше со знаком минус, чем со знаком плюс, к сожалению, для команды Virtus.pro. Но не обошлось без положительных эмоций, не обошлось без отрицательных эмоций. Главное, что эмоции были, да. К сожалению, Dota состав огорчил, кайсеры обрадовали. Про танкистов, ну, наверное, тоже огорчили, и Сливка нас тоже огорчил. Блин, слушай, отрицательных-то гораздо больше. Так. Да ладно, я не знаю, почему ты вообще так аккуратен в формулировках, я очень удивился. Нет, на самом деле, ребят, действительно, сегодня достаточно плохой день для Virtus.pro. Ну и вообще, в принципе, наверное, для всего российского киберспорта, я тут немножко так экстраполирую проблему. Вот. Но объективно сегодня, к сожалению, у нас потерялись дотеры в четвертьфинале против ЕГЭ. Многие, конечно, говорили, что там сетка чуть ли не халявная, и там чуть ли не изи слот в финале. Но я, если честно, ну, таких людей считаю просто некомпетентными, несерьезными. В том смысле, что опытная команда, в которой полно опытных игроков, какие бы у них там ни были проблемы, загоны и так далее, я имею в виду ЕГЭ, да, тех же самых, она, играя в плей-оффе, играя на лане, на турнире, который носит формат там чуть ли не чемпионата мира, да, такого не азиатского, да, чемпионат мира без азиатов, я думаю, что, ну, говорит, что эта команда там легкая, ее там надо одной левой рукой обыграть, но это бред. Наших ребят, вот я лично там как болельщик, который там не один литр слез выплакал, да, я вот наших парней по доте обвинить ни в чем не могу на самом деле. То есть, конечно, были ошибки, это очевидно, но нет таких игр и нет таких команд, которые не ошибаются. Вот. Я увидел, что это действительно хорошая команда, я увидел, что они уже вот готовы действительно показывать хороший результат на лане. То есть они готовы действительно хорошо играть, толково играть, не просто там с дрожащими руками и коленками, а действительно выполнять какие-то задания капитана. Я в принципе увидел сплоченный коллектив. Я думаю, не знаю, буткемп ли это или просто там уверенность, которая к ним постепенно вот приходит, ну, в том числе и через онлайн результаты. Но я реально вот в этом таком поражении очень обидном, больном, ну, таком болезненном, да, я вижу очень много на самом деле позитивного. Я думаю, следующий лан для них будет, это уже, наверное, International, да. Ну, я имею в виду такой крупный, да. До этого... Старладдер вообще. А, вообще, да, извините, конечно, лан-финал Старладдера, там будет хорошая, это же проверочка. Вот, кстати, там можно уже будет по горячим следам приложить вот опыт этот, потому что и, ну, не будет Na'Vi, насколько я понимаю, да? Да, Na'Vi. Вот, то есть будет кто, Альянс, ну, и еще кто-то там, я, если честно, не помню, кто там еще. Если я не ошибаюсь. Маус? Нет? У Маузов там было вроде. Ну, не суть, да, в общем, не суть. Будут, по сути, те же самые команды, с которыми легко не будет, потому что каждая из этих европейских команд, они действительно очень классные и очень здорово будут играть на лане. Поэтому, опять же, говорить, что ну там Virtus.pro сейчас приедут на StarLadder, всем там накидают по-быстренькому, это, ну, тоже, извините, ахинея. Вот. Будет StarLadder, будет отдельный турнир, будет подготовка, будет там мораль, настрой и так далее. Посмотрим, что там будет. Но вообще, вот этот опыт, я думаю, DreamHack'овский очень поможет, прежде всего, в Сиэтле. Ну, это должно помочь, это действительно большой ивент, когда действительно есть команды не только европейские, есть команды американские, там еще добавятся азиаты. Но я думаю, вот этот опыт надо полезно очень впитать, вот такие вот косяки какие-то свои там намотать, там сопли на кулак и мужественно постараться действительно хорошо выступить. Противника причем. Нет, на самом деле, хотел сказать, что вот этот турнир сегодня и вчера показал еще раз, что в мире, в Европе, ну, наверное, в мире нету топ-1 команды. Нету топ-2 команды, нету топ-3 команды. Прекрасно. Есть 16 очень сильных, ну, как минимум 16 очень сильных команд. В мире, да, наверное. Ну, да, я про весь мир говорю. Которые каждую может обыграть. Сегодня повезет одной, завтра повезет другой. В общем, на самом деле, Dota сейчас очень похожа, я бы сказал, на такой европейский футбол, где
на одном турнире выступит одна команда хорошо, на другом другая. Да, то есть здесь нужно радоваться именно уровню игры, а не результату. То есть ребята сегодня показали хороший уровень игры. Да, он не принес результата, но это спорт. И вот сейчас бы стояли журналисты ЕГЭ тут и говорили, при другом раскладе, и говорили, наши ребята там показали уровень, но не получили результата. Сегодня уровень показали все команды, на мой взгляд, вообще все, вот кто играл в четвертьфиналах. Я никого на не самом деле даже с групп, вот это вот заруба, извини, Fnatic, Quantic, Alliance. То есть это и ребята уже в группе схлестнулись так, как будто бы они там, я не знаю, действительно это для них там чем галактики. Не, ну это правда, действительно, они подошли к этому как к суперсерьезному чемпионату, честь и хвала. И Virtus.pro, опять же, я в этом ключе не могу обвинить, что вот они приехали тут туристами. Видно, что ребята не зря посидели на буткемпе. Видно, что к ним приходит какая-то уверенность через онлайн-матчи. Поэтому, ну, все нормально. Поэтому фанатов прошу не расстраиваться, также не реагировать на всяких там троллей, хейтеров, которые, конечно, повыползали там из анабиоза там многолетнего там, да, или многомесячного. Подоставали свои вентиляторы. Да, подоставали свои вентиляторы, мешки с чем-то там, с какой-то непонятной субстанцией. Не, ну, сам просто не обращайте, сохраняйте действительно свое человеческое достоинство, и все будет в порядке. Команда у нас крепкая, я надеюсь, что там ни у кого кукушка не поедет из-за таких поражений, никто там не ливнет, и никого не решат кикнуть. Вот, ну, я надеюсь. Ну, по крайней мере, то, что я видел после игры, ребята очень, так, да, по-моему, адекватно восприняли результат, таком. Да, и как бы, да, расстроенный, да, плохо, да, надеялись на большее, но никаких там, да ты, да я тебя, да я там твоих родственников, там, да, как у нас это обычно бывает, не было, вообще даже примерно ничего такого не было. А, ну ладно, что, с дотерами закончим, с ними, в общем-то, все понятно. Ребята будут готовиться к Старалдеру и так далее, там уже посмотрим, ну, что будет. Давай Counter-Strike. Ну, Counter-Strike такое светлое пятно, да, все-таки получилось? Светлое пятно, но... Хотя тоже ничего, по сути, особого. Седых волос прибавило, это светлое пятно. На самом деле ничего такого особого не произошло, наши всего лишь вышли из группы с первого места. Мы говорим всего лишь, потому что Virtus.pro — это чемпионы StarLadder, Virtus.pro — это бронзовые призеры чемпионата Европы по версии Copenhagen Games. Ну и вообще ребята молодцы, все мы знаем. Хотя вот у них действительно такая серьезная проблема. Guardian, Adren. И это еще... И капитан Карась, который ехал сюда трое суток. Ну, Карась вроде пришел в норму, слава богу. Но вот Адрен и... Хотя Гвардиан сегодня вот с поляками он классно отыграл. Особенно концовочку, очень здорово. Да. А Кирилл, такое ощущение иногда было, что это все остальные ехали сюда трое суток, а Кирилл здесь... неделю тренировался. Какой Фокс, там был жесткий в паре моментов. Ну там вообще все было нормально, на самом деле. Не, ну что, кейсеров сильно не будем восхвалять, потому что они сильно выполнили тут вот, ну, нельзя сказать, что прямо на 100% уверенно, но все-таки выполнили ту задачу, которая перед ними ставилась, и слава богу. Давай коротко расскажем о танкистах, которые завершили свою игру вот буквально только что. Я могу сказать, что все-таки второе место чемпионата Европы — это разочарование, потому что все мы понимаем, что... Ну, ребят из Dignitas, они же Synergy, надо обыгрывать. Хотя, опять же, вот то, что я видел на сцене, вот да простят меня мои коллеги по Virtus.pro, я могу сказать, что команда, которая больше хотела выиграть, она выиграла. Потому что у ребят, у этих молодых парней из Dignitas, у них действительно горели глаза, они действительно видно, что переживали там каждый сет. А наши как-то так немножко вальяжненько, там что-то, вот так вот, что типа мы вот тут такие гранды, фавориты. Да. Лично мне, то есть я опять же не хочу вот сказать, что вот там наши плохие, да. Ну, я понимаю, что их уверенность, она строится на каких-то объективных факторах. Они там чемпионы регулярки, да, то есть регулярного сезона. Они набрали реально дофига очков, да, в регулярке. 21 победа, по-моему. Да, да. То есть они действительно, ну, могли так, наверное, относиться в плане того, что они действительно фавориты, объективно. Но... мы понимаем, что как только ты расслабился, так тебе тут в пачку и накидали, да, тут же. Вот. Поэтому ребята вот молодые с горящими глазами, которые больше хотели, они выиграли. И ну они... вот в финале молодцы. Просто Dignitas выглядели как-то увереннее, да? Что ли, в своих, да, действиях. Да. То есть они как бы делали... Не возникло вопроса, что произошло что-то такое, чего не должно, да, произойти. Да, вот да. Именно исходя из игры. А, ну, Сливка, давай. Какие-то комментарии. Ну, Сливка со Стефана час мучился, но не домучился. Так бы вышел из группы. Корейца одного убил. Слушай, я вот за StarCraft'ом на самом деле, вот все, чем больше турниров я смотрю, и прекрасно понимаю, что супер зрелищная дисциплина, я вообще перестаю болеть в плане того, что болеть банально не за кого. Ну вот мне не за кого болеть. Как? Не, ну я понимаю, там Димага есть, ладно, хорошо, хороший игрок. В смысле, ты вообще про игроков, про всех или про... Я про то, что мне не за кого болеть на StarCraft сцене. Я понимаю, что приезжают ребята, там тот же Сливка, да,
Они там вроде и более-менее... А, то, что ты уверен заранее, что как бы дальше там третий круг они не пройдут. Да, я уверен заранее, что перед ними стоит такая кирпичная стена, которую вот они могут пробить только если, я не знаю, сильно-сильно разбегутся, при этом там расшибут себе лоб. Ни при каких других раскладах они не способны будут победить, и как бы, ну, это понятно, что... Слушай, ну я с тобой соглашусь отчасти не соглашусь. Потому... Девушка с такими глазами ходит, с нарисованными какими-то. Ну нет, ну просто надо понимать, давать себе отчет, что там для СНГшного игрока сейчас выйти в стадию плей-офф DreamHack, это равносильно корейцу, который его выиграет. То есть, Гош, я все понимаю, но смысл ехать сюда и оставаться здесь в третьем групповом этапе? Ну то есть, как бы, как это вообще, почему это происходит? Я действительно просто не понимаю объективно. Я не виню Сливку конкретно. На месте Сливки мог быть любой другой игрок. Быть там, я, да. На его месте должен был быть я. Вот. Не, ну объективно, то есть, вот... Ехать, лететь сюда, там, жить здесь, там, играть 4-5 дней, да, то есть, ну, действительно, и в итоге разбиваться в эту бетонную стену. Ну, так, что-то, нет, должно, нет, что-то просто, должно если, меняться. Нет, просто, вот так судить... Явно что-то должно меняться. Потому что если вот система будет, вот, ну, грубо говоря, если СНГ Дота, да, ну или там российский. Ой, Дота у меня уже все замыкает. StarCraft, если, допустим, российский, вот он будет так приезжать и разбиваться вот об эту бетонную стену раз за разом, ну, это не, точно никому лучше от этого не станет. Это действительно это какой-то, знаешь, сизифов труд. Не, ну на самом деле это всегда так было. И всегда так будет, мне кажется, со StarCraft'ом, да и со многими дисциплинами. Но вот мы сегодня с НС-ом, кстати, практически о такой же теме говорили. Он говорил, ну, если так рассуждать, ну, как он говорит тут в своей манере, то никто сюда не приедет. То есть приедут 3-4 команды в каждой дисциплине, которые конкретно знают, что они могут выиграть. Ну, лол. С какого места там, интересно? Ну, я не знаю. Ну, в общем, про то, что если так рассуждать, то в каждой дисциплине приедет по 2-3 команды, ну, как сказал НС. На самом деле, я отчасти тоже с ним соглашусь, потому что, ну, смотри, Counter-Strike, Вин и Курзив вряд ли ехали сюда побеждать, или там... Да, вопросов нет, но только победить может, например, и те же самые Lemon Dogs, да, ну, которым одно, что, ну, недалеко ехать, не западло ехать, так сказать. Кстати, Lemon Dogs тоже... ESC, непонятно, вот, да, наши их выиграли, но при том, что как все начиналось, ESC могут что-то... что половина команд может выиграть. Ну, вот, и в Доте то же самое, в Доте вообще был шикарный, там, 8 команд, которые вот были в плей-оффе. А в StarCraft их 90 человек, там явно 45 человек не может выиграть. 45 человек не может выиграть, но проблема в том, что в итоге выиграет можно там назвать 5 ников, которые вот из них один точно выиграет. Слушай, ну вспомни победителя DreamHack Ману, вспомни Наму, вспомни Тарзейна. Я про нынешнюю ситуацию. Не ожидал. Нет, Тарзейн, почему? Вот, мы с тобой были, это же было в Юнчапинге, правильно, да? Никто не ожидал, что он выиграет. Нет, никто не ожидал, что он выиграет, но все знали, что он может очень хорошо выступить, там, в топ-3 попасть и так далее. А он прыгнул, конечно, выше, там, выше своего там роста, да, можно сказать, и занял первое место. Ну, это было понятно, что, ну, я не знаю, про него все говорили, им интересовались. Ну, все, даже Ролл, когда с ним тогда играл в группе, он говорил, типа, да не, он никуда не выйдет. Ну, Ролл, эксперт, как бы, конечно, отличный. Серега, привет, не обижайся. Вот. В кадре. Да. Вы рассказываете про... Да, про все. Да мы про все рассказываем. Погружение. Ты можешь, нет? Да не, а что там сказать, там одно слово можно. Все понятно, руководство проекта Virtus.pro отказалось от комментариев. Ну что, будем тоже откланиваться? Да, на самом деле, извиняюсь за то, что нас немножко унесло в какую-то философскую тему в конце, но вы поймите, 12 поймите, часов... Поймите, простите, 12-14 часов в сутки... Нет, покажите, блядь, состалите. Ну да, главного можно показать. Нет, ладно, Сливка тоже... Да все. Ребят, спасибо вам, продолжайте следить за нашими видео-новостями, за нашим репортажем. Я надеюсь, вам все нравится, и мы тут, ну, не зря находимся, не зря работаем. На самом деле, кстати, вот хотел про микрофон сказать. Вы многие в комментариях пишете, что микрофон плохой. На самом деле, я плохой. Но на самом деле, это второй уже микрофон запасной, потому что первый сдох в первый же день, и хорошо, что у нас с собой оказался второй микрофон, вот этот. Так что не сердце. Христа ради, да, подайте, можете перечислить куда-нибудь, да, деньги нам на новый микрофон Драмеру. Вы видите бегущей строкой у себя на экране. Нет, в общем, завтра увидимся вечером в очередном дневнике. Надеюсь, что у нас прибавится медалик. Поводов для позитива. Медалик, да. Всем пока. Всем пока.